У птиц, найденных мертвыми в Люберцах, не нашли инфекционных заболеваний. Об этом сообщает местный портал РИАМА со ссылкой на представителя Главного управления ветеринарии Московской области. Кроме Люберец, падеж птиц был зафиксирован еще в двух подмосковных городах – Балашихе и Мытищах. Сообщения о массовой гибели птиц начали появляться еще в августе и продолжаются по сей день. Встревоженные подмосковные жители выдвигали разные версии о причине смерти животных. Отравленный воздух, вода, еда с городских свалок, высокие стеклянные здания, инфекционные болезни. Сотрудники Главного управления ветеринарии Московской области выехали в места гибели птиц и взяли пробы. Умерших животных отправили на исследование в лабораторию. Инфекционные, в том числе особо опасные болезни, по словам специалистов, обнаружены не были. Кроме того, маловероятно, что птицы отравились химикатами. По словам представителя Главного управления ветеринарии Московской области, одной из причин гибели животных мог стать плохой корм или вода. Яна Яковлева, телеканал ЛРТ. Всем привет! Вы смотрите ЛРТ, а я Яна Яковлева. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки и будьте в курсе самых интересных и актуальных новостей.